О профессионализме этих бойцов можно судить по показательным выступлениям. Их основная работа – спецоперация. 22 года исполнилось подразделению специального назначения МВД ПМР «Днестр». Поздравить спецназовцев приехал лично министр внутренних дел. Поздравляю вас с днем образования бригады! Ровный строй беретов замер. Сегодня их праздник, но расслабляться тут никто не собирается. Такова суть спецназа – быть в любой момент готовым выполнить поставленную задачу. За время своего существования Днестр ни разу не подводил. Это слаженная боевая единица МВД, не дающая сбоев. И сегодня в торжественной обстановке особо отличившимся вручили госнаграды. Хочется сказать, что бригада живет своей жизнью. Руководство Министерства внутренних дел и руководство республики делают все возможное для того, чтобы все технические средства, которыми обладает бригада, соответствовали самым современным требованиям. Я заверяю личный состав, что руководство Министерства внутренних дел и в дальнейшем будет делать все для усовершенствования службы данной бригады. Спецназовцы, в свою очередь, наглядно продемонстрировали все свои навыки. Конное патрулирование, рукопашный бой, огневая подготовка и штурм здания. Все это проходило под аплодисменты и восхищение гостей. Большие нагрузки делают службу в Днестре не для всех, но тот, кто все же служит здесь, честью и достоинством носит свой берет. Бойцы с первых дней включаются в армейскую жизнь, совершают марш-броски с бригады с полной выкладкой. Далее здесь проходит тактика специальная подготовка, высотная подготовка и стрельбы. Я очень горжусь тем, что я попал именно в данное спецподразделение МВД и горжусь тем, что я являюсь военнослужащим внутренних войск Приднестровской Молдавской Республики. Отдельная бригада особого назначения «Днестр» образовалась в начале 90-х годов во время формирования вооруженных сил для защиты республики. С тех пор на их счету десятки раскрытых преступлений и проведенных спецопераций. Денис Кириллов, Александр Бондарь, Первый Приднестровский телеканал.